строительство домов, когда оно заканчивается? Строительство домов началось 1,5 месяца назад, то есть в середине марта. В июне мы планируем ввести в эксплуатацию 2 дома, вот этот и следующий. Там будет благоустройство, момент заселения, коммуникации, центральное отопление. Все, в принципе, весь комплекс домов. А дома построены по программе переселения? Да, по программе переселения из ветхого жилья в малоэтажные дома. А этажностью 3 этажа. Малоэтажное строительство. Не знаю. Ну, а какие еще были трудности, может, как генеральный подрядчик скажет? Трудностей никаких не было. У нас полностью замкнутый цикл. Мы сами производим, какие дома нужны, такие строим. Без всяких проблем. А подведены ли коммуникации сюда? Коммуникации, да, подведены. Буквально вот за вами метров в 10 метрах уже водопровод, канализация. На следующий день начинаем работы по подведению уже дома. А когда непосредственно люди смогут заселяться? Первые 2 дома у нас запланированы июнь-июль месяц. А сколько человек здесь? Порядка 100 человек, 100 квартир. Один дом. Вот этот дом 32 квартиры, следующий 46. В общем, на 4 дома сколько получится? На 4 дома, да, 164 семьи. Реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аквариумного жилищного фонда. А данная программа действует на 2013-2017 годы. А в настоящий момент у нас осуществляется реализация этапа финансирования за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2013 года. А с использованием финансовой поддержки фонда в 2014 году планируется расселить 92 аварийных дома, в которых 728 жилых помещений. У нас были объявлены аукционы в прошлом году. По итогам аукционов 164 жилых помещения администрация города Омска приобретает у застройщика «Стройбетон», который осуществляет строительство малоэтажных домов в микрорайоне Амурский на улице 21 Амурская. То есть это 164 жилых помещения, более 8 получается тысяч квадратных метров, и должны переехать где-то 440 человек из аварийных домов. Если говорить в процентном соотношении, это где-то 57 аварийных домов. Сейчас, в настоящий момент, у нас заключены муниципальные контракты на долевую часть строительства данных малоэтажных жилых помещений. После года их в эксплуатацию жилые помещения будут переданы в муниципальную собственность и потом в последующем предоставлены гражданам, проживающим в аварийных жилых домах. Если гражданин проживает в аварийном жилом помещении, которое принадлежит ему на праве собственности, то данное жилое помещение ему будет предоставлено по договору мены, то есть также в собственность. Если гражданин проживает в муниципальном жилом помещении, то есть на условиях договора социального найма, то гражданину будет предоставлено жилое помещение, а также на условиях договора социального найма, и он будет иметь право его приватизировать. Скажите, пожалуйста, а почему всего 3 этажа? В данном случае это условия предоставления финансовой поддержки фонда в региональной адресной программе Омской области, которая утверждена постановлением правительства номер 140П. У нас указано использование денежных средств, то есть с учетом развития малоэтажного строительства в порядке, предусмотренной 49-й статьей градостроительного кодекса. 49-я статья градостроительного кодекса устанавливает критерии, это количество этажей не более чем 3 и количество блок-секций, то есть подъездов, не более чем 4. В условиях предоставления финансовых, то есть их было 2. То есть мы должны были приобрести площадка.
Да, вот по итогам аукциона у нас было 528 аукционов, то есть вышли на аукционы застройщики. У нас был индивидуальный аукцион на каждое жилое помещение в аварийном доме. То есть администрация города Омска не осуществляла распределение жилых помещений, которые приобретаются. Это по результатам аукциона. То есть застройщики подавали заявки на участие в каждом отдельном аукционе. И вышло два застройщика, 21-я Амурская, это Стройбетон и новый микрорайон Рубиновка, Красный квадрат. Но так как микрорайон Амурский начал застраиваться не в этом году, а уже два года назад, и люди видят, как он активно застраивается, то есть перспективы большие, и вот тот, кто попал на 21-ю Амурскую по итогам аукционов, они очень рады. То есть именно как раз вопрос жителей, что как 21-ю Амурскую. То есть наоборот, как бы у нас большое сожаление, что мало аукционов выиграл Стройбетон, всего лишь 164. То есть. Как будут строить телефон домов, наверное, с северной вести здесь? Ну, вот соседние дома тоже уже вводятся в эксплуатацию. Если вы посмотрите план, на что же можно представить, застроить этого микрорайона, благоустройство, он у нас есть, то есть, соответственно, улицы, площадки. Ну вот у меня есть полностью план застройки микрорайона, как они вообще планируют его в будущем застроить. С ним можно и ознакомиться, устроить бетонное, и у нас. То есть здесь и тротуары, и вот, насколько я вот посмотрела, в центре здесь еще планируется лучами подходить. Но здесь это по застройке территории лучше расскажет Робитон. Скажите, пожалуйста, получается всего 4 дома для переселенцев, да? Да, то есть заявки были поданы в 4 домах, соответственно, и 164 квартиры будут приобретены, ну уже приобретены, заключены муниципальные контракты, зарегистрированы в Росреестре, надо либо участие в строительстве в этих 4 домах. Ну, будем надеяться, что застройщик, даже досрочно он обещал нам построить по условиям муниципальных контрактов срок ввода в эксплуатацию не позднее 15 ноября 2014 года. Мы будем посмотреть на возможность досрочного исполнения своих обязательств. Если застройщик построит раньше установленного срока, естественно, мы не будем ждать конца года и будем предоставлять жилые помещения гражданам. Да. Ну, то есть уже можно видеть, что один дом коробка выстроена. То есть, если бы трущий говорил, что он планирует его сдать в июне, мы будем скорее всего так и будем. Полного не выйдет, это нормально.